Игорь нечестно в таном, ничья нулевая для себя, как для вратаря, конечно, не пропустить, это важно, но ничья всего. Ну, хотелось бы, конечно, бы, чтобы победили, хватало момента, чтобы забить, где-то подвела реализация, так, я считаю, что мы наиграли на победу, и сзади, считай, моментов не было, впереди достаточно создали, просто чуть где-то не хватает реализации. Реализация наш такой главный, наверное, бич последних матчей. Что делать? Вот как это подправлять? Это? Ну, только работать. Только через работу. По-другому никак. Может, чуть-чуть везения, и только через работу. И мы придем. На тренировках у ребят получается забивать себе голы? Или тоже на тренировках молодцы. Все молодцы, а вот в игре надо это просто перенести, и как бы, я думаю, все получится. Также работать, продолжать, и все будет отлично, все будет получаться. Победы, голы будут приходить. Ну, сегодня так, но